26 мая 2017, Одеса, Вільна і Незалежна, візит гаранта України в Одесу на открытие отреставрированной и отремонтированной Потемкинской лестницы и вновь созданного Стамбульского парка. Так, мы находимся в самом центре, возле оперного театра. А это у нас площадь, где расположены на стене стелы героев Украины. И что же мы видим? Мы видим вот это. Имена героев, которыми Одещина, Одесса и область гордились десятилетиями, которые проливали кровь и возвеличивали Одессу и всю страну, закрыты надувными, разукрашенными презервативами. Да, видимо, другого места для этих разукрашенных презервативов не нашлось. Вот характерно. Дадим сейчас крупный план. Характерное объявление. Я бы уже на месте мэрии, если бы, и наших вообще властей, если бы был хотя бы там один здравомыслящий человек, я бы попросил, просто попросил бы хозяев этой квартиры на время снять это объявление. Ну, на день-два. В крайнем случае можно было что-то там им заплатить за моральный ущерб. Но нет. Не пошли даже на это. Вот так вот у нас. Вот это у нас декоммунизация. Вот это стела, где... В золоте увековечены, да уже сомневаюсь в этом слове, имена героев, дважды героев, вот видите, да, героев Украины, вернее, героев Советского Союза. Ну, и Украина была в то время в составе Советского Союза, поэтому как бы и герои, естественно, Украины. Вот так это все стыдливо задрапировано. У нас сегодня другие герои в моде нынче. Нынче другие герои в моде. Вот вам оперный театр, чтобы никто не сомневался. Тучи над городом встали. В воздухе явно пахнет грозой. Так, ну а с той стороны у нас герои Советского Союза, а герои социалистического труда, которые своим трудом строили все это в этой стране. Вот так Одесса встречает дорогого гостя, вот таким образом. Дорогой гость. Создал проблемы всему городу. Ловят, выгоняют. Ага. Обходи стороной. За 5 километров. Видели, да? Ну, меня-то пропускают везде.
Я хотел было пойти туда, на официальную часть. Ну, то вы увидите в официальных отчетах, там ничего интересного. Я вам показываю за кулисы. Вот здесь у нас герои. Как здесь оказались? Ногами. Пошел. Не надо снимать, пожалуйста. Выйдите за территорию. А это здесь секретный военный объект? Здесь нельзя грубо стоять. А вы кто вообще? Национальная гвардия. И что? Уберите, пожалуйста, камеру. Уберите камеру. Почему? Потому что это военный секретный объект? Так точно. Ясно. Вы знаете, мы идем в Европу, прошу, да? Прошу вас отойти. Так. Мы идем в Европу, и там, когда что-то нельзя, вывешивают знаки. Съемка запрещена. Вот за эту. Съемка запрещена. Видео, проходите. Фото. Сюда пойди. Так, идем сюда. Да, это называется свобода прессы? Выходите. Да, 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 я выхожу. Вы пресса? Вы пресса вообще? Да. Можно ваше удостоверение? А ваше? А вы вообще кто? Удостоверение. Можно ваше? А вы вообще кто? Гостей. А? Вы должны быть в списке гостей. Удостоверение журналиста у вас. А вы вообще кто? Я ну вот подходит непонятно кто. Человек молодой, симпатичный. И начинает...